покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще? Что вы молчите, как архиерей на приеме? Сам дурак! Ой! Остап наклонился к замочной скважине и, приставив ко рту ладонь, сказал фразу, ставшую впоследствии знаменитой. Почем опиум для народа? В ту же секунду из замочной скважины выскочил и заерзал карандаш, острием которого отец Федор пытался ужалить противника. Враги, разделенные дверью, молча стали тянуть карандаш к себе. Победила молодость. Проходя мимо двери отца Федора, мстительный сын турецко-подданного пнул ее ногой и повторил известную фразу. Так почем опиум для народа? Слышали? Как бы он за нами не пошел. После сегодняшнего свидания министров на яхте никакое сближение невозможно. Он меня боится. Меня тоже. Минуточку. Это наш друг. Сам дурак!